Всем привет! Вы на канале Пернатикс Лайф. Меня зовут Ирина, а это Тоша. И у Тоши сегодня знаменательный день. Наверное, скорее у меня такой день, потому что ровно 3 года назад я нашла Тошу. И с того момента каждый год я считаю, что это день рождения Тоши. Именно второй день рождения, когда Тоша получила шанс выжить. И хотя он родился дней на 5-6 раньше, сколько ему было, я не знаю, ну дней 5-7 где-то приблизительно, я праздную день его рождения в тот день, когда я его нашла. Ты сегодня у нас вообще герой видео, и Тоша продолжает радовать меня собой, своим присутствием. Настолько прочно он вошел в мою жизнь, уже прошло 3 года. Мне кажется, что это было буквально вчера, совсем недавно, но летит время. И так быстро летит, прошло 3 года. Я надеюсь, что Тоша будет радовать меня своим присутствием, своими проделками, кусаниями, разными хитростями еще много-много лет. Да, Ташкентий? Подарок на день рождения Тоши был сделан немножко заранее, и подарком стала вот такая вот новенькая клеточка отдельная. Тоша, как самый старший из всей моей птичьей братьи, получил свое новое жилье. И он теперь его уже полностью освоил. И сейчас Тоша выделывается перед камерой, потому что он видит, что я его снимаю. Начинает вот так вот раскачиваться и танцевать. Тоша! Попрыгун, ты туда-сюда прыгаешь. И вот он с жердочки на жердочку перепрыгивает и ведет активный образ жизни. Вот Бонифаций сидит на моем забаррикадированном ноутбуке и смотрит, что я здесь делаю. Боня, ты поздравил Тошу? Кто там? Тоша? Вот так скажи, поздравляю. Говори, Бонь. Вот Боня, а здесь Тоша. Чтобы его было видно, я просто выставила клетку напротив светлого шкафа. Бонифаций, скажите речь, пожалуйста. Мои пожелания Тоше – это счастливой ему жизни и чтобы он продолжал радовать меня вообще своим присутствием. На этом все. Всем пока и увидимся уже скоро.